Привет, ребятки. Смотрите, что у нас творится на улице. Дождь идет. Дождь. Мы поехали. Вон. Здесь уже Анютка очистила карты. А так дождь. Вон. Все машины в дождях. Это да, конечно. Дождина хлещет. Вы просто посмотрите, я не знаю, если вам видно. Просто дорога лед. Просто лед. И дождь идет. Идет он уже часа три, наверное. Она еще куда-то поехала. Еще говорит, давай, говорит, детей с собой возьмем. Я говорю, нет, давай оставим, нет, возьмем. Взяли. Мне поезд даже затормозить не дается. Вон. Ну, резко. Нормально, протянем. Но так-то это вообще, ребят, дождь. Сплошной дождь. Сейчас покажу. Вот. Все мокрое, все влажное. Вон, лед. Галимый лед на тротуарах. Ладно, все нормально. Все. Мишленовская резина держит Вталово, прям, ребята, я могу вам сказать. Ну это вообще вон. Тротуары просто сверкают. Темнеет на ходу. По тихой грусти до центра доберемся. Мы никуда не торопимся. И все нормально. Само то вот. При скорости сколько? 35-36 километров. 37-40. Ну тут уже все посыпано. Тут ближе. Уже песок, да, можно поувереннее. Не надо. Ну просто там, когда ехали, у вас шипы. Вот те, кто на липучках, те поувереннее. Да не надо ни перед кем оправдываться. Да я вообще говорю, те, кто на липучках, те увереннее себя чувствуют. Да, вы на липучках или на шипах? Ну опять же, липучки или на чем? А снега у нас на дорогах толком и не бывает. Ну да, так. Но опять же, они же забиваются вот этой всякой фигней. Мне кажется, нет. Я не знаю, я не авто этот, слесарь, не авто этот. Просто едь и едь. Едется и едется. Ты же не на летний. Да я уже даже и не знаю, что лучше-то. Лучше? Да. Лучше пешком ходить. Вот так. О, вот она, федералка начинается. Федералка. Вся в каш. Ну туда соли немерено. Скоро здесь лоси повыходят с лесов и будут. Соль, песок. Соль лизать. По новой дорожке хоть проехаться. Такую трассу сделали. Кто бы подумал. Туда вон. Здесь тоже асфальт? Да? Я даже не знал, что здесь-то тоже. Здесь все сделано до самой этой. Как он называется? Менделеева, а, до садика, до объездной. До садового. Пока. А, да, уже там тоже сделано. Там тоже сделано. Ништячок. Резина продается? Нет, ага. Папки на давление приехали. А я думаю, что-то чувствую себя как-то неладно. На пол папки давление. 150 же у тебя надо? 153 на 89, ебать, шкалит. Пятерку выпей пока. Сейчас пиво выпью, все нормально будет. Я в магазине чуть ли сознание не теряю. Там у меня все 190 вроде было.
18 351 лицевой счет. Не знаю. Сидим дома. Готовит Анюта салат. Кальмары. Осьминог, морской коктейль, короче. Крабовые палки, сыр. Кириешки я взял, сходил. Вот такие. Яйца еще, вот огурцы. Огурцы он был свежий взял. Ну, со свежими вкусней. Короче, яйца. Может, вот. Сходишь? Нет, я не пойду туда. И вот корнишоны. Короче, сейчас давление померил. Ребята, тут я уже в деле. Бекон пожарил. Салатик. Может, какой салатик получился у Анюты. И она их никогда в холодильник не ставит почему-то, чтобы они прохладные были. Жарю мясо. Начистил картошки, Анюта пожарит картошку. А это не бекон, это сало с мясной прослойкой. Будет жарить картошку, короче, она. Все, пупсики, хоть в космос лети. Картошечка подходит к своему завершению. Анюта нарезала колбасы, я ее сделал соломкой, поставила опару, натерла сыр. Еще хочет сделать пиццу. Пицца. А, пиццы маленькие. Что-то досконально не буду показывать, потому что не хочу. На улице погода. Погода? Как погода? Нормально, он все блестит. Как у кота шерсть. Ай, смотри, какая картошечка. Да с мяском. Да вкуснятина. У нее опять какие-то эти. Не те дни она нервничает. А я спокоен, как удав. Смотрите, какая картошечка. Вай-вай-вай. Анюта умеет жарить картошку. У нас тут это. Тренировки начали происходить. Папа-папа, все тянутся, кто что делает. Кому телефоны, кому интернет и кому что. Ну, смотрите, навряд ли что вам видно. Но лед льдом просто. Все капает с крыши. И всего-то, кстати, 1 градус на улице. Это все дождем не разобьет. Сейчас, завтра это все как прихватится. А потом снег выпадет, да нормально будет. Ну, а так гололед еще в натуре на улице. Еще ладно, снега мало было, а снега так-то нормально выпало. Ну, в принципе, ушатало весь этот снег. Куда-то. Ну, тачки крадутся нормально. Вот это катаклизмы, конечно. Что не мое? Петь. Петь не мое? Да. Я хорошо пою. Угу. У меня и слух, и голос есть. Угу. Тебе медведь на ухо наступил. Я когда, короче, пою, никому не нравится. Вот она, наша пицца. Вот такая. И там они выкладывают. Что-то там выкладывают. Ну, сейчас выложат. Я покажу. Обычно колбаса и сырок. И все. Ничего сложного. Вот. Вот такая вот. Шикарные просто пиццы. Сегодня у нас, походу, пир живота. Это не то, что папка уху готовит. Уха вкусная. Уха вкусная. Эх, это вкусная уха. Пришла на треть. Так можешь помолчать или нет, игры не твое это. Хватит. А мне пить охота. Дома не пукнуть, не покакать, не попеть, ничего нельзя. И Димаште. Все, а смазывает она вот кетчунезом.
все мимо. А как по-другому? По-другому как-то так. Вот они, пиццы. Какие, смотрите. Ну, вкусно, заманчиво. Как будто кудрявый. Вообще. Вот они, какие пиццы на выходе. Выходе это ляпота просто.